Женщины, мы вас любим, обожаем. Спасибо, что вы интересуетесь нашей продукцией. Конечно, мы с удовольствием работаем с душой для вас, выбираем все самое лучшее, делаем максимально понятную презентацию. Ну и, конечно, мы хотим, чтобы вы всегда сэкономив, получили максимум удовольствия от готовки. Совершенно. Начнем, потому что мы представляем, Оля, уникальный набор, потому что, внимание, вы... 18 предметов! Вы представляете, 18 предметов! Всегда мы 8 предметов, 12. Да, да, да. Мы пошли выше. 18 предметов из нержавеющей стали. Это кастрюля, в которую входит объем 5,8 литров. Mm-hmm. Следующая кастрюля объемом 3,5 литра. Следующая кастрюля 2,6 литра. Останавливаемся здесь, потому что я хочу обратить ваше внимание, что в комплект вы получаете кастрюля и ковш объемом 1,8 литра. Вы представляете, в каждом наборе встроен термометр, но мы к этому вернемся. Сковорода, сотейник, тоже со встроенным термометром, с нержавеющей сталью и, конечно же, с качественным антипригарным покрытием. Мы к этому обязательно вернемся. Но и это еще не все. Двигаемся дальше. Прям двигаемся. Давайте, давайте сюда. Посмотрите, вы получаете в комплекте еще и сетка, которую можете использовать для фритюра или пароварка. Также лопатка, шумовка, половник и, внимание, две бакелитовые подставки. Всего за 5499 рублей. 2000 вашей экономии, и вот это все роскошь и богатство приезжает к вам. С бесплатной доставкой. Какое выгодное предложение, скажете вы. Да, но партия ограничена. Успейте заказать прямо сейчас. Ты знаешь, что мне больше всего нравится в этом комплекте? Что? Мне, конечно, нравится сотейник. Какой он классный. Ой, сотейник. Ну, здесь дело все в том, что совершенно верно. Я хочу нашим телезрителям показать. Смотрите, я сейчас буду сдвигать, смотрите, пожарочку свою из куриных крылышек. И смотрите, здесь, конечно же, качественная антипригарная партия. Покрытие. Посмотрите, как с легкостью я снимаю, и не пригораю. Это еще не все. Мало того, что в этом потрясающем сотейнике, который входит в комплект оптимальный, особое антипригарное покрытие. Да. Весь абсолютный набор у нас еще оснащен термометром, с помощью которых вы следите за температурой готовки. Но внимание! Вы получаете еще и подарок к этому набору. Это набор полотенец «Хохлома». Целый набор полотенец, но подарок достается только тем, кто успевает оформить свой заказ во время нашей презентации. Давай разбираться по порядку. Давай. 18 предметов. Казалось бы, все хорошо. Но в чем, знаешь, принципиально отличается этот набор от всех обычных? Чем? Я хочу, чтобы ты картошку, которую я отварил здесь, протнула и посмотрела ее готовность, что она не рассыпается. Покажи, пожалуйста. Давай я буду придерживать. Слушайте, она не рассыпается, она действительно прокал... Да, мягенькая. Она готова, но она не рассыпается. Вот сколько раз у меня было... Еще раз покажи. Когда я готовлю, варю на салат, то у меня картошка расклеивается, рассыпается, и салат обычно получается вот, да. Каша. Совершенно верно. Здесь у вас никогда не распадется правильно. Взгляните, потому что в каждой крышке встроен термометр. Идите за мной сюда. Смотрите, здесь у меня варятся овощи на пару. Температура должна быть 100 градусов. Как проследить, чтобы они получились у нас целые и не разваливались? Яркие краски. Только при температуре, конечно же, 100 градусов. Картофель варится при температуре 92 градуса. Оптимальное приготовление. Но это еще не все. Еще раз напоминаю, если вы только что включили наш телеканал, вы получаете подарок. Полотенца хлопковые, хохлома в наборе. И еще бесплатная доставка, а оплата вашего заказа происходит только при получении. Посмотрите, какая здесь крышка. Каждая крышка оснащена термометром. Зачем? Рассказываю. Ты только что сейчас пробовала, что не разварился картошка. Ты знаешь, что картофель варится при температуре 92 градуса. Я даже не подозревала. 40 минут. Мы никогда не обращаем внимания. Мы ставим здесь, на плиту и уходим. Либо она у нас переваривается, либо не доваривается. Как проследить? При помощи термометра. Это, кстати, есть щуп при ресторанах, знаете, как щуп такой, прокалываешь и узнаешь температуру. Здесь тебе не надо. Поставила на 40 минут и контролируешь при помощи этого термометра. И главное, что термометр встроен в каждую крышку. Давай выкладываем еду.
Еще что? Вы выбираете крышки, либо так, стеклянные крышки. Вот они, стеклянные крышки. Весь набор ими укомплектован, и они с термометром. Либо крышка будет вот такая металлическая, классика. Выбирайте, с какими крышками вам больше нравится. Ты знаешь, мне нравится стеклянная. Это мой выбор. Знаешь почему? Потому что я люблю наблюдать за процессом приготовления. Наблюдать процесс приготовления можно через стеклянную крышку. А нержавеющая сталь это классика. Кстати, кто обладатель классической кухни, это выбор именно вас. Ой, я не знаю, мне больше нравится металлическая. Смотрите, какая зеркальная поверхность. Вся студия отражается в этой крышке. Выбирайте свой набор, 18 предметов, и вы получаете все необходимое. Вот знаешь, я хотела бы что сказать, Олег. Так. Вот на кухне, когда все в едином стиле, все блистательное, красивое, оно, конечно же, уже и по-другому выглядит наше кухня. Совершенно если верно. Вы хозяйка, которой важно, чтобы было и приятно готовить, и приятно пригласить гостей, так. И похвастаться. Да, мы, женщины, любим друг перед дружкой похвастаться. Тут тем более есть чем. Забирайте полный набор. У многих одна кастрюля из одного набора, другая из другого, две еще какие-то. Все разное. Так вот, заказывайте целый набор, единый. Здесь 18 предметов. На любую задачу здесь идет совершенно решение. Верно. Итак, взгляните, пожалуйста. Вы представляете, таких цен действительно больше нигде нет. А набор посуды оптимальный. Что вы получаете? Вы получаете 18 предметов, а теперь посмотрите. Вы нигде не найдете таких цен. Самая низкая цена, я вижу, там 17 тысяч. Вы представляешь, как это неудобно. У нас приготовилась курица с цветной капустой, с капустой зеленой, брюссельской, с маслинами и паприкой. Я хочу продемонстрировать, как легко я снимаю. Оль, давай с тобой поразмышляем следующим образом. У тебя вообще есть набор посуды? Давай издалека. У меня набор есть, но ты знаешь, Олег, он у меня маленький. Так. У меня в набор входит 3 кастрюли и сковородка. Совершенно верно. Потом у меня еще есть 2 кастрюли. Две кастрюли разные. С другого набора. А теперь смотри, при помощи этой сетки, которая идет в комплекте, кстати, ее можно использовать в качестве фритюрной сетки. Угу. Ты можешь приготовить овощи на пару. Посмотри, как это удобно. Я выкладываю сюда и подаю. И как это полезно. Это в комплекте. Ну что ж, вы получаете в комплекте целый набор, 18 предметов и сетка. Хотите, использовать ее для фритюра, хотите, использовать ее в качестве пароварки, вы получаете ее в комплекте. Ну что ж, вы получаете 18 предметов, так. Все самые необходимые ходовые объемы кастрюль, сковородку, сотейник, ковш вы получаете в комплекте. Вы получаете с бесплатной доставкой, все крышки у вас укомплектованы еще и специальным термометром, вот он. Выбираете крышку металлическую или стеклянную, бесплатная доставка и подарок вам гарантирован, успеете заказать. Подарок правильно гарантирован, да давай еще раз достоинство скажем. Это для хозяйки продвинутой, которая постоянно готовит, которая собирается большая компания. Приготовить нужно много. Смотрите, вы можете и потушить крылышки. Угу. Можно приготовить стейки при помощи сковороды сотейника, который использовал. Никогда не пригорит. Это согласна? Факт. Согласна. В ковшике можно приготовить соус, к примеру, помидоровый с морковью и с чесноком. И добавить... Яйца отварить. Это удобно. Да, или детское питание приготовить в кастрюле объемом 1,8 литра. Главное, что ты правильно будешь соблюдать технологический процесс, потому что в каждой кастрюле встроен специальный термометр, а значит, у вас никогда картошка не переварится, свекла не переварится, и это будет качественно. Кроме того, наша посуда долговечна, она выполнена из нержавеющей стали. Качественная нержавеющая сталь плюс индукционное дно. Переходим сюда в комплекте. Вы получаете фритюрную сетку, либо сетку для приготовления на пару, две бакелитовые подставки и лопатка, шумовка, половни. Полный комплект, 18 предметов, все самое необходимое. Да выбросьте вы, наконец, свои старые кастрюли. Посмотрите на них. Критично. Вы достойны лучшего. Это премиум-класса набор посуды. Оптимальный. Вы получаете его сегодня с максимальной скидкой в 2000 рублей. Олег, на 2000 рублей можно продуктов накупить на 2 недели, включая мясные, и угощать всех с удовольствием. Олечка, а у меня есть предложение еще получше. Ты знаешь, можно зайти на наш сайт и выбрать кулинарные книги. На эти деньги, ты представляешь, ты можешь приготовить еще больше рецептов. Итак,
комплекте вы получаете 18 предметов, включая сковороду, сотейник с настоящей мраморной крошкой. И вся наша посуда оснащена индукционным дном многослойным. То есть подходит для всех. Зачем нам такое дно? Зачем? Как ты спросила? Ты не знаешь, я тебе с удовольствием расскажу. Потому что она подходит для всех видов плит. Это значит, здорово. Аккумулирует тепло, держит тепло, и получается у тебя вкусная пища. Плюс каждой посуде, каждому набору идет в комплекте фритюрная сетка. Ее можно также использовать, сетку для приготовления на пару, лопатка, шумовка, полка и две бакелитовые подставки. Но мне очень нравится, что это полный набор. Мне нравится, что все крышки у нас идут с прекрасными термометрами, которые показывают температуру. Вот у меня часто бывало, варишь овощи на салат, а картошка разварилась, и все, какой уже салат, она крошится и получается каша. Термометром вы будете готовить правильно. А потом, вы представляете, скидка 2000 рублей, бесплатная доставка и подарок. Главное сейчас оформить свой заказ. Вы получаете в комплекте еще 3 полотенца, это подарок. За них не нужно доплачивать ни копеечки. А еще сделайте подарок своим любимым. Мужчины, сделайте подарок своей дорогой хозяюшке. Она будет готовить для вас еще с большим упоением. Хочу поздравить всех, кто уже сделал заказы. Ты знаешь, Олежка, да. Многие мужчины заказывают. Мужчины. Вот интересно, для мамы или для жены? Нет, а может быть, они хотят сами проявить фантазию кулинарную. Мужчины, вы знаете, напишите, конечно же, мне письмо. Я вам подскажу самый лучший рецепт, что можно приготовить именно на этой посуде. Вы представляете, 18 предметов. Все. То есть всегда спрашивают, 18 предметов, для чего они мне нужны? Ну, согласитесь, вы взяли кастрюлю, сняли, поставить вы куда должны ее? На подставку. Она идет в комплекте, значит, докупать не нужно. А что приготовить во фритюре? Да вот она, сетка идет в комплекте, значит, вам не надо покупать фритюр. А в нем мы будем готовить крылышки, будем готовить чебуреки, будем готовить хворост. Нужна сетка для фритюра, это удобно. И это комплект.